в ванной. Берем массажный крем, покупаем в аптеке несколько масел, можно и все, конечно. Итак, сандаловое масло, касторовое масло, масло чеснока, масло семени льна и масло черного тмина. Достаньте одно или несколько из этих масел и применяйте их для ванн. Ванны можно делать как общие ванны, то есть когда вы погружаетесь полностью в ванну, а также отдельно можно делать ванночки, например, в глубоком сосуде, в ведре, конкретно для нижней части ног. Но лучше это все делать просто в виде ванн. Если вы любите принимать ванную, для вас эта процедура отлично подойдет. Единственное, вода должна быть, конечно, не горячая, а приятно теплая. Просто берем, наполняем ванну вечером, как мы хотим, теплой водой, нежно теплой водой, и капаем туда по 3-5 капель нескольких масел из вот этих, что я назвал. И все, хорошо воду расколачиваем и, так сказать, ложимся. Потом просто берем, если вдруг увидите масло где-то плавает, берем просто вот так его ручкой и вводим просто по телу, особенно по нижним конечностям. Такую процедуру можно выполнять круглогодично с различными перечисленными мною маслами.